Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем играть в игру под названием Quake 2 Crown Zero. Это второе дополнение к игре. Так, и сейчас мы продолжим проходить. Что-то мне не очень понравилось, что там уже на нас очень сильно нападают. Хорошо. Хорошо, я тогда сменю оружие. Не на вот это вот, да? Ну, не с этим буду ходить. Потому что вот... Вот это вот вполне... Тихо. Ой, зараза какая. Сейчас. Стараемся выжить. Да что ж такое-то? Стараемся выжить в этих коридорах. Нифига себе, спрыгнул. Так, хорошо. Не понял. Ах ты, зараза. Зараза, я же еще не сохранился. Да, придется заново все. Может попробовать аккуратненько все это пройти. Так, где эта гадость? Так, вроде все, да? Тогда сохраняюсь. Это что-то очень тяжко было сейчас. Вот до этого момента тяжко было. Вот сейчас я лучше сохранюсь еще раз. Потому что сейчас будут тут ребята выбегать. Тихо. Не успел он. Хорошо, бежим обратно. Сохранимся. Отлично. Где-то еще должна вылезти штука. Которая будет с потолка стреляться. Так, пускай вылетает. Надо менять. Так. Хорошо. Вон она сверху. Ой-ой-ой. Тихо. Два раза она стреляет. Может быть, сейчас я ей долбану.
Ага, долбанул. Так. Ой, не то загрузил. Сейчас. Сейчас загрузимся нормально. Нужно нам какое-нибудь нормальное оружие. Ракетница есть? Есть. Когда же она там сломается-то, а? Сейчас. Все. Можно сохраняться. Так. Застряли на лестнице. Это ничего страшного. Оно бывает. Тихо. Ух ты! Здравствуй, друган. Так, а это что за кнопка такая? Ray Control Locked. Понятно. Значит, сюда надо будет когда-нибудь сходить. А я тут был? А, это начало, я помню. Я помню, что... Тут я был. Аптечка с аптечкой. Сохранимся. Да, бывает. Бывает тут такое, что игра просто тяжкая. А вот и экзит, кстати. Ой-ой-ой. Я думал, сейчас наверх поедем. Так, там стоял враг, значит, нам туда наверх надо. А, да, я тут снизу в них стрелял. Одно из моих любимых оружий, кстати. Вот это вот. Тихо. Ой-ой-ой, кто там стоит? Давайте здесь сохраняемся, потому что фиг знает, что там будет. А, ты сюда пришел, нифига? Так, дата-диск вставлен. Bring to control ship to reprogram data disk. Bring link что-то там. Понятно. Я, конечно, не читаю, как надо эти задания, не перевожу их. Ах ты гадина. Так.
Так, что я делаю? Реалигн. Ладно, короче, пойдем дальше. Сейчас мы все равно догадаемся, что тут надо сделать. Попал у меня все-таки. Ну, 97 жизней, это хорошо. Не понял? Нифига себе. За 3 выстрела меня прибило, нифига себе. Сейчас нужно быстренько убежать. Тридцать две жизни. Ух ты. Вот эту гадость надо победить, потому что она всех оживляет. Ой-ой. Тут, смотрите, нифига себе. И вот здесь у нас вот эта штука. Понятно. Сейчас давайте ее я попробую чем-нибудь жахнуть. Все, жахнул. А тут нет никаких этих аптечек. Нет? А то сохраняться 17 жизнями. Это... что-то не очень. Так, и где эта гадость? Ой-ой-ой. Нифига себе, ты меня телефон напугал. Столько сообщений сейчас пришло. Ой-ой-ой. Сам себе убил, прикиньте. Так, окей, сейчас мы загружаемся опять. А, смотрите, я тут все-таки убил эту штуку, хорошо. Сейчас я тебя... Теперь и здесь надо сохраниться, чтобы лишний раз не это самое, не натыкаться на этого другалька. Хорошо. Ах, вот она. Все, я понял, где она. Я понял, где эта гадость. Нифига себе реагирует как... Может быть, ей туда эту самую тесилку. Нет, прикиньте, не работает на нее. И что я буду делать? Может быть, быстро схватить. Это вот отлично. О, можно было и так. Так, давайте сохранимся.
Окей. Ясно. Что ничего не ясно. Так, давай, пролезай, ну. Я хочу попробовать взять вот эту вот аптечку вот здесь и сохраниться. Хорошо получилось. Опа. А, я теперь, наверное, должен подняться на то место, где кнопка была, да? Сейчас поднимемся. Только вспомнить бы, как я к ней поднимался. Я сейчас вообще наобум иду. А, здесь, по-моему, да? Нет, не здесь получается. А куда ж я тогда шел? Так, давайте вернусь обратно. Там был где-то проход, куда я не проходил. Сюда, может. Куда? Ну, поднимаешься, нет? Ух уж эти лифты. Так. Эй, тихо. А, все нормально. Все нормально. А тут я побеждал босса, я помню. Ну как побеждал? Лазеры включил и все. Так. Я помню эту самую кнопку. Куда она могла деться? Аларм. Сейчас как дебич последний буду бегать по карте по этой и вспоминать, где это место было. Тихо. Так, ладно, сейчас. Куда сейчас посмотрим F1? Тут где-то на карте один недобитый противник ходит. Ну-ка. Помню, я сюда поднимался, да? А, вот она. Смотрите, пойти. Так, uplink to control ship. To program data disk. Return and collect data disk. Ясно, вернитесь и заберите вот этот диск. Давайте сохранимся для начала. Потому что я
очень долго искал это место. Тихо. А, тихо. Теперь нужно найти диск. А, вот он. Так, updated. Collect disk and return to tactical command. А где этот tactical command? Или command? А, вот. Вот сюда вернулись. Сейчас посмотрим, что там надо. Так. Place data disk into transmitter terminal. Transmitter. Знакомые все слова. Тихо. Вот она, эта гадость. А, все, сломал. Хорошо, сразу сохраняемся. Это что, это трансмиттер, нет? О, хорошо. На потолке, кроме проводов, ничего нет. Ну, по крайней мере, вот эти тут текстуры провода напоминают. Ой, там этот. Там этот. Ой-ой-ой. Ну, на тебе, пожика. В смысле? На всякий случай. О! О, мне, видимо, сюда надо. Одну секунду. Да, немножко лаганула игра. Вот прям совсем чуть-чуть. О, я им туда Теслу кину. Раз. Два. Да, звук за это самое. Видите? Я все пытаюсь туда к нему кинуть Теслу, но... Так, это я к себе кинул. О! Да ладно, сейчас накидаю, короче. О!
остался паукан только. Главное, вот этого победили. А паукана мы сейчас... того. Давайте я сохранюсь. Вон он ползает, гад. Все, теперь можно туда, наверное, спокойно спускаться, да? Нифига себе. Это вообще сейчас что такое было? Ракетами стреляет. Нифига себе. Ага, вон она уже. Вылезла. Ну, сейчас мою любимую Теслу я... Ой-ой-ой. Один готов тут. Сейчас мы тоже ракетами тогда будем стрелять. Так. Все, сломал. Хорошо. Так, вот он мой дробовик. Вот оно. Сохранение. Идем дальше. О, тут и аптеки. И Теслы. Вот. Ой, вот люблю Теслы, когда умеешь ими пользоваться, да? Ах ты, зараза. Так, хорошо. Я так понимаю, что тут нужно сейчас оружие помощнее. Ну, например, так. Так, еще раз сохраняемся. Вообще сейчас жестко было что-то. Так, нам нужно... О, вот мы и спустились. Сохраняемся. Сейчас мы диск поставим, видимо, вот в эту штуку и на этом закончим данную серию. Ага. Что-нибудь такое, что стреляется одиночными снарядами. Все, хорош. Сохраняемся. А, нет, не сюда. А куда же диск надо?
Офигеть. А как так-то? Какая же мерзкая штука, а? Стреляй. Так, на месте не стоять. Кстати, тоже оружие нормальное такое. Небо красивое. О, аптека там лежит. Ой, еще аптеки маленькие. Я тут сохраняюсь прямо вот на каждом шагу. Опа. Вылезла гадость. Нифига себе. Да ты бесконечно будешь, да? Кидаться. Так. Ух ты, зараза какая. Давайте я загружусь. Ладно, сейчас посмотрим. Опа. И вот сюда одно. Да ладно. Все. Готовый. Ах ты. Ах ты, ах ты. Так, сюда иди. Так, гейм. Сейф. Хорошо. Терминал локт. Так, давайте я сейчас у этого терминала закончу серию. Тяжкая была серия, вот это вот. Вот. Бывает такое в Quake, когда просто толпы с разных сторон, из разных углов вылезают, и иногда это придает сложность. Ну вот, собственно, это была игра Quake 2, Ground Zero, дополнение к игре Quake 2. Вот, ставьте лайк, если вам понравилось, вступайте в группу, подписывайтесь на канал, ссылка на нее в описании. Всем огромное спасибо за просмотр, увидимся с вами в следующей серии, всем удачи и всем пока.